Три формы основных сильных глаголов. Четвертая группа. Чередование гласных Э, А, О. Ломать. Брехен, брах, геброхен. Рекомендовать. Эмфелен, эмфаль, эмфолен. Помогать. Helfen, half, geholfen. Брать. Nehmen, nahm, genommen. Разговаривать, говорить. Sprechen, sprach, gesprochen. Умирать. Sterben, starb, ist gestorben. Встречать. Treffen, traf, getroffen. Бросать. Werfen, warf, geworfen. Приходить. Kommen, kam, ist gekommen. А теперь потренируемся. Сначала по порядку. Я буду называть глагол на русском языке, а вы будете говорить три его формы на немецком. Поехали. Ломать. Брехен, брах, геброхен. Рекомендовать. Empfehlen, empfahl, empfohlen. Помогать. Helfen, half, geholfen. Брать. Nehmen, nahm, genommen. Разговаривать. Говорить. Sprechen, sprach, gesprochen. Умирать. Sterben, starb, ist gestorben. Встречать. Treffen, traf, getroffen. Бросать. Werfen, warf, geworfen. Приходить. Kommen, kam, ist gekommen. А теперь в разброс. Бросать. Werfen, warf, geworfen. Умирать. Sterben, starb, ist gestorben. Брать. Nehmen, nahm, genommen. Рекомендовать. Empfehlen, empfahl, empfohlen. Ломать. Brechen. Брах, геброхен. Помогать. Helfen, half, geholfen. Разговаривать, говорить. Sprechen, sprach, gesprochen. Встречать.
Treffen, traf, getroffen. Приходить, kommen, kam, ist gekommen. А сейчас я буду говорить первую форму немецкого глагола, а вы будете вспоминать две другие его формы. Brechen, brach, gebrochen. Empfehlen, empfahl, empfohlen. Helfen, half, geholfen. Nehmen, nahm, genommen. Sprechen, sprach, gesprochen. Sterben, starb, ist gestorben. Treffen, traf, getroffen. Werfen, warf, geworfen. Kommen, kam, ist gekommen. Если вам показалось это видео полезным, ставьте лайк и подпишитесь, пожалуйста, на мой канал. В описании видео вы найдете ссылки на мой курс немецкого языка для начинающих по методу Мишеля Томаса.